Рассмотрим простые шаги для входа и, соответственно, выхода при работе с противником. Начинаем с фронтальной позиции, из базового положения, то есть для удобства. Первый идет. Раз, два, три. Ушли. Второй вариант. Раз, два, три. Ушли. Третий вариант. Раз, два, три. Ушли. И четвертый вариант. Раз, два, три. Как это выглядит в паре? То есть человек просто стоит, соответственно, из этого положения. Раз. На разрыве дистанции, то есть когда мы находимся либо близко, либо противник идет на нас. Раз, два, ушли. Раз, два, ушли. Шаг в сторону. Шаг в сторону. Шаг в сторону — это либо сам шаг, просто смещаемся в сторону. Это может быть нырок, поворот. Это может быть уклон, поворот. Опять же, мы стоим фронтально, противник идет на нас, как вариант с атакой. Раз. Два. Раз. Либо сейчас был просто отшаг, либо еще раз лицо. В спортивном варианте та же работа, но мы уже находимся, держим ноги не фронтально, а одна из ног у нас впереди. Чаще всего стойка весьма широкая, что усложняет задачу. Тем не менее, накидываем уход. Держим уход. Более сложный вариант, когда мы сзади ногой. Либо это же можно выполнить с перехватом, что будет достаточно неожиданно. Держим. И ушли. Соответственно, спортивная позиция, когда противник идет на нас, нас атакует. Ноги широко. Мы приготовились. Пошла атака. Шаги в сторону. Отшагнули и разорвали. Либо в другую сторону. Начинаем формировать с фронтальной позиции базово и постепенно переходим в ту позицию, в которой привыкли спарринговать.